Непонятно вообще. Ты знаешь, я такую музыку слышала в хоррорах. Да? Да, и на каких-то страшилках про Аннабель. Ребятки, это просто какой-то кошмар. Как будто пианино играет. Ужас какой. В крови, блин, ребятки. Я надеюсь, это не на нашем телевизоре, а там. Ух, да, это там на заставке. Ё-моё. Так. Ребятки, блин, все красным просто, ё-моё! А вот и они, смотри, какие они жуткие! Он такой злой, почему Кеша злой? Я не знаю, смотри, это тучка, и он тоже вроде... Но обрати внимание, здесь есть глаза, и он не вовне. Так, а это лисичка, да? Да. Блин, ребята, все герои в сборе! Да, да, что-то рассказывает. Она с фонариком. Что-то показывает, смотри. Свои большие лапы. Походу. Так, тучка, кажется, испугалась, и нам недоумение. Смотри, кому-то страшного она показала. Ё-моё. Ой, ужас какой. Ё-моё, ребятки, вы видели? Да, блин, испугалась. Почему тучка был такой страшный? Он как будто кого-то съел, у него просто кровь шла, да? Да. Ё-моё, ребятки. Лисичка. Блин, ну, мне, разговаривает? Мне просто эта музыка не нравится. Она меня как-то сводит с ума. Мне страшно. Да. Я блин, она такая жуткая, да? Да скажи, как в страшилках. Согласен, согласен. Блин, очень жаль, а почему они не сделали они что? Сидят у костра. Да. Может, сейчас все загорится? Возможно, блин, на флешке же там огонь был, да? Да. И блин, тучка, блин, и как раз тучка сидит у огня. Так, ребятки, а вот и пасхалочка, походу. Куда он пошел? Куда пошел Кеша? Не знаю. Он остался один. А так, нет. Пришел, пришел. Так, он потушил огонь. Чтобы ничего не загорелось. Да, походу. Блин, музыка вообще, да? Да. Вообще магнитающая. Так, ну что, куда-то они идут, мимимишки, куда-то идут, ребятки. Куда вы? Так, так, так. Ну, конечно, нет. Это все. И что? Что происходит? Не знаю, смотри, смотри. Что-то какое-то... Ё-моё! Да, теперь этот медведь. Так. Что это? Так, он почему-то убегает. Кого он видит? Ну, что случилось? Не знаю, кого-то зовет, что ли. Говорит, помоги мне, Кеша, да? Может, дойдешь со мной? Не знаю. Ты умеешь читать по губам? По медвежьим нет. Так, 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 ребятки. Ну, что тут? Я не тороплюсь. Они как будто я не знаю. Ничего не слышали. Или не знаю. Так, они куда-то опять идут. Мне кажется, я не иду ночью. Возможно, возможно. Как будто там темно. Да, и это ведь луна. Луна, луна, да? Ребята, вы видите луну? Блин! Почему они вообще ночью вышли на улицу? Без это понятия, же опасно. Я согласен. Ходить без родителей нельзя. Очень-очень страшно ходить ночью. Блин, ребятки, не ходите ночью никуда, никогда. Это жуть полнейшая. Смотрите, что сейчас что-то случится. Что-то замышляет Кеша. Что-то случится с мимишками, да? Да. Блин, мне уже жутко. Кеша, куда ты ведешь тучку? Куда вы пошли? Что ты хочешь? Блин, ребята, куда они пошли? Смотри. Так, так, так. Ё-моё, опять этот медведь. Что ж такое? Блин, он просто жуткий. Нагнетает ужасы, это вставка. Так, они опять куда-то пришли. Какому-то... Какие-то глаза в дереве. Может, это дерево питается глазами и как раз съело глаза. Смотри, они убегают, тут здесь напугало, не тарабань, дверь, блин, ребятки! Откройте, откройте! Откройте! А, они к лисичке пришли! Опять! Ё-моё!